Предоставление полного пакета услуг по принципу одного окна. В таком режиме уже год работает Центр развития бизнеса Ненецкого округа. Структура, созданная для удобства предпринимателей региона. На одной площадке она объединила все инструменты ведения бизнеса от консультирования до лизинга и микрофинансирования. Спустя год такая форма работы с предпринимательским сообществом доказала свою эффективность. О достижениях и планах на будущее в ходе брифинга журналистам местных СМИ рассказала генеральный директор Центра развития бизнеса Ирина Тихомирова. Пожалуй, сегодня в Ненецком округе нет ни одного предпринимателя, который не знает о Центре развития бизнеса и тех услугах, которые предоставляют предпринимателям его специалисты. Структура, созданная год назад, сегодня работает как отлаженный механизм помощи начинающим и действующим предпринимателям. Мы работаем в ручном режиме. То есть любой предприниматель, который к нам приходит, либо лицо, которое желает начать бизнес, мы его в ручном режиме начинаем отрабатывать. Начиная от его идей, заканчивая выбором систем налогообложений, подбором механизма финансовой поддержки, подбором механизма имущественной поддержки. То есть вплоть до того, что мы через бизнес-навигатор его регистрируем уже прямо здесь. То есть у нас теперь нет необходимости отправлять его либо в банк, либо в налоговую. Мы сегодня это все можем сделать в одном месте. За год работы специалисты Центра развития бизнеса провели несколько сотен различных консультаций, разработали новые лизинговые продукты, заключили 22 договора лизинга на 155 миллионов рублей и запустили бизнес-инкубатор. Благодаря поддержке администрации Ненецкого округа удалось увеличить объем микрофинансирования для одного предпринимателя с 1 до 3 миллионов рублей. На базе центра постоянно проходят образовательные тренинги и семинары. Просвещение – одна из обязательных составляющих работы с бизнес-сообществом региона. Серьезное мероприятие у нас планируется с 8 по 10 декабря. Такого мероприятия, я считаю, что у нас, наверное, еще не было. Тренинг трехдневный для всех субъектов предпринимателя и для всех субъектов предпринимательства и даже для их работников. Для проведения форума приглашены 8 тренеров, которые дадут слушателям бесценные знания по созданию и продвижению товаров и услуг. По словам Ирины Тихомировой, в Ненецком округе успешно действуют бизнес-проекты, реализованные в сфере услуг и сельском хозяйстве. Такова специфика региона. Одним из самых ярких и серьезных проектов в практике центра, по мнению Ирины Тихомировой, стал медицинский центр «Сановита». Этот проект для нашего региона, частная клиника, не просто частный кабинет, да, а именно частная клиника и такого серьезного уровня. Планы Центра развития бизнеса сегодня – растить молодых предпринимателей, поддерживать действующих, способствовать расширению рынка товаров и услуг, а главное – созданию новых рабочих мест в Ненецком округе. Ирина Цепетова, Антон Мудряков, телеканал «Север».